Приветствую вас, господа. С вами снова Римас. Сегодня у нас первый взгляд игры под названием Dirt Rally, если я правильно так ее назвал. Это продолжение игры легендарных серий, предыдущих серий, которые выпускала студия Codemasters. Вроде бы так она называлась. Игра еще находится в разработке, она вот только-только появилась. И, кстати, вы ее можете приобрести прямо сейчас в Steam. Еще проходит альфа-версия, будут еще много всяких бесплатных дополнений, отмечу бесплатных дополнений по заявлениям разработчиков. Ну что ж, я тут вижу BMW, BMW. Дорогие друзья, давайте ее попытаемся скупить. Так, вот она, кстати, моя красавица. Сейчас мы ее, кстати... А, стоп. Нельзя ее купить, у нас же... В общем, разогнался Римас, у нас 50 тысяч, поэтому нам нужно начинать с таких простых машинок. Ну, давайте посмотрим вот эту тачку, а вот, может быть, здесь что-то есть. Так, я, друзья мои, понимаю, вы хотите посмотреть экшончик, хотите посмотреть геймплей. Сейчас мы все сделаем. Да, думаю, вот эту вот машинку купить. В общем, мы на... Это у нас главное меню. Перед началом, когда вы только-только начинаете, вы можете выбрать себе определенную тачку. И на этой тачке, как говорится, строить свою карьеру. Начинать подниматься по нелегким ступенькам, да? Да, покупаем ее. Здесь звуковые эффекты. Физика. Это просто полная жесть. Я еще раз отмечу, дорогие друзья, это у нас первый взгляд. Это мой первый запуск игры. Поэтому тупников тут по-любому будет. Придержите, как говорится, свои пуканчики. И я просто демонстрирую вам геймплей этой игры. Ну что же, здесь у нас список пилотов, которые выдвинули свои кандидатуры на первое место. Ну, кратко говоря, который участвует в нашей гонке. Хорошо. Так. А, вот она, друзья. Смотрите, вы здесь можете изначально отрегулировать все это полностью. Трансмиссию, тормоза, хватка тормозов. Сделать так, чтобы машина у вас врывалась прям с места, да? Но скорость не такая уж. Устойчивая, неустойчивая. Все это дело нужно отрегулировать. Ну, я далеко в этом... пока еще не понимаю, так как у нас игра еще находится в разработке, и она еще не на русском языке, к сожалению. Скоро, кстати, будет режиссер. Поехали, ладно. Ага. Это голос нашего второго пилота, как говорится, помощника. Ну, второго пилота, мне кажется, так достойнее его назвать. Я пока помолчу, вы просто послушайте на эти звуковые эффекты. Это полная жесть. Как эти камушки прям издают звуки, и мы, нас просто заносит. Я еще не привык к этой машине. Ну что ж, ладно, едем. Я пока еще других пилотов не вижу. Я так понимаю, нам дали круг. Мы здесь пока соло, одни. И нам нужно лучшее время. Тихо, тихо, заносит. Это у нас вид от третьего лица. Вид от третьего лица тоже, как во всех, во многих гонках, переключается клавишей C. Я, кстати, из-за управления поменял сразу же под себя. Рекомендую вам тоже это сделать, потому что, ну, здесь без руля, мне кажется, трудновато будет на клавиатуре. Поэтому я сделал на WSDA. Хорошо. Кстати, автопарк Dirt Rally в настоящий момент включает в себя около 17 автомобилей. Это у нас BMW M3 Evo, вроде бы Audi Quattro, S1, да, и другие. Я уже не помню, я как-то помню читал списки, дорогие друзья. Позже вы можете, в принципе, сейчас погуглить, посмотреть. Это полная жесть, это... Ой, как нас заносит. Ну что, здесь, мне кажется, физика хорошо так проработана, нас выкидывают. Кстати, здесь не только есть сухая погода, есть дождливая погода, есть снежные всякие, да, вот эти вот нелегкие места, где нам предстоит пройти. И с каждым уровнем все это дело изменяется. Я надеюсь, скоро, наверное, добавят онлайн, если это вообще возможно. К сожалению, об этом я пока еще ничего не знаю. Как нас бросает, вы просто посмотрите. Я уже забыл половину то, что я хотел вам сказать во время игры, потому что мне эта игра начинает нравиться. Именно вот эти вот сложности, трудности, симуляторные ощущения просто меня не оставляют в покое. Так. А, как вы могли уже обратить внимание, здесь нет карты. Ну, как и в предыдущих сериях. Я помню, как-то играл еще давным-давно. Не было карты. Здесь ориентир только... благодаря вашему товарищу, который рядом справа от нас сидит.
200, 200, хорошо. Через 200 метров будет... Ой, ой, ой! Вы просто посмотрите на эти эффекты. Мы себе чуть-чуть но походу, да. Но мы пока едем. Пока едем, я так понимаю, мы чуть-чуть себе повредили свой железный конь. Ну, на то он и железный. Так что давай дальше езжай. Эффекты вот, ну, мне кажется, вид от третьего лица не такой уж прям хорош, да? Мне вот нравится именно от первого лица. А он как-то реалистичнее все это выглядит. Как эти камушки просто катают. Я, кстати, отключил, дорогие друзья, сглаживание, потому что, ну, игра еще находится на стадии разработки, альфа-тестирования и так далее, да, и немного с оптимизацией именно когда включенные сглаживания. Поэтому я их отключил, ну, не стал, чтобы... А так у меня в FPS показывают 57-60 ровно. Это учту, что при записи в 60 FPS. Так, направо. Ну что ж, по игре, что у нас еще, какие есть новости? Кстати, заниматься ремонтом и улучшением теперь будут 4 механика, отныне входящих в вашу команду, ну, в общем, команду игрока. Скажем специалиста, вам необходимо индивидуально обговаривать условия, включающие сумму, жалованию, наймёт, зарплату, бонусы и так далее, да? Сроки действия соглашения вы тоже должны быть в курсе, то есть продлевать, если контракт оканчивается. В общем, здесь карьерный оттенок, мне кажется, прибавляет огромный плюс к этой игре. Здесь еще и симулятор, и карьерная лестница. В общем, вот как-то так. Я надеюсь, вам правильно настроил. Ой, объяснил. То есть, блин, это, за рулем, конечно, тут разговаривать не ахти. Неудобно. Это как по телефону тоже. Я не могу по телефону разговаривать, когда еду за рулем. Ну и никому не советую тоже. Ну что, нам показывают чуть-чуть налево. Скоро вроде бы уже должен быть финиш. Давайте посмотрим. Нет, пока еще финиша их вообще даже и не видать. Так, хорошо. Едем. Финиш. Ну, наконец-то. Наконец-то мы... думаю, далеко мы не победили. Потому что я вне записи проскипил там 2 фейла, ребят. Ну, вы не видели это. Короче, я вам это не рассказывал. Ужас. 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 Почти на последнем месте. Ну что ж, дорогие друзья, это был первый взгляд игры под названием Dirt Rally. С вами был Римас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите новых видео. Ну и лично я рекомендую вам, если вы любите, конечно, такие игры. Всем удачи!